На дворе был 1986 год. Уже началась перестройка, но Советский Союз еще не распался. Это было время, когда я спокойно обходился без интернета, гипермаркетов и даже мобильного телефона. В Москве тогда еще не было пробок, доллар стоил 60 копеек, а ключи от квартиры я спокойно оставлял под ковриком. Это было время моей молодости. Это были мои 80-е.